дергайся, лысый, всех положу. Кейс. А Арсений? А где Арсений? Черт. Ваня. Ваня, они убили его. Ваня, я же говорил, нельзя было никому сообщать. Нельзя, это я виноват. Михаил Саныч, я виноват вам. Успокойтесь, мы должны догнать. Арсений должен быть жив. Как мы догоним? Садитесь скорее. Хорошо, уезжайте из города. Встретимся, как договаривались. Отлично. Вика, они на нас напали возле выезда на шоссе. Я их преследую. Nissan Pathfinder, госномер А576. Поняла. Передай Монахову, чтобы сняли засаду возле торгового центра. Они там не появятся. Понял. Олег Иванович, тут... Что? Арсений. Воды дайте, пожалуйста. Воды, быстро воды. Спасибо. Иди, Саша, иди. Арсений, что случилось? Вы что, сбежали? Вас отпустили? Я ничего не знаю. Я просто дождался, пока они уедут. Вырвал трубу. Меня приковали. Вот можно это как-то снять? Да, конечно, я сейчас вызову. Саша, слесарь ко мне. Вика, это Арсений, сын Никольского. Ему удалось бежать. Ой, Ваня, осторожней, Ваня. Передайте, пожалуйста, вот этот вот номер вашему отделу. На этой машине было совершено нападение на Никольского. Ампулы сейчас у похитителей, Иван их преследует. Давайте я вам помогу. Спасибо. Значит так, давай записывай. Nissan Pathfinder. А? Вы помните место, где вас держали? 576. Точно не помню. Угу. Понял. Был какой-то барак, ну, знаете, который расселенный, под снос. Пожалуйста, можно у вас телефон одолжить? Да. Ваш. Просто папа волнуется, да. Надо позвонить. Конечно. У меня отобрали, понимаете? Я сейчас. Хорошо. Слушай. Алло, пап. Папа, это я, Арсений. Арсений? Как ты? Со мной все нормально, ты не волнуйся, пожалуйста. Точно? Да. Ты у них?
Нет, я сбежал. Вы там не рискуйте, возвращайтесь. Хорошо, сынок, мы не будем рисковать. Да, мы едем на завод. Хорошо. Он жив. Ну и слава богу. Вас спасут. Я убрал слежку, но, скорее всего, дороги будут перекрыты. Поэтому вам нужно будет бросить машину, она засвечена. Ну зачем вам рисковать? Монахов уже подключил людей. Какой монах? Пап, ну подумай сам, ну по железке они не поедут. Дороги перекроют люди Монахова. Куда они денутся? По реке поплывут. Да они и не додумаются никогда. Так что предоставь дело профессионалам. Договорились, хорошо? Поговорили с отцом? Да, он, видите ли, бандитов преследует. Переживает. Я просил, чтобы не рисковали. Понятно. Вам еще нужен телефон? Нет. Извините. Да ничего. Спасибо. Нормально, нормально. Иди сюда. Андрей, ты что здесь делаешь? Тебе нельзя вставать, тебе нужно лежать. Надоело лежать. Слушай, он разговаривал не с отцом. Арсений разговаривал не с отцом, а с бандитами. Ладно, я все поняла. Андрей, я тебя очень прошу. Мне нужно сейчас идти, я тебя прошу, ладно? Возвращайся в кровать, тебе нужно лежать. Да, Вика. Они уходят по реке. По реке? Да, по реке. Понял. Профессор собирался ехать на завод. Время потеряйте. Угу, понятно. Михаил Саныч, у вас есть какой-нибудь причал, речной вокзал, пристань? Ну, там, где можно взять лодку. Лодку? А зачем вам лодка? Мы хотели ехать на завод. Нет, мы должны взять бандитов. Завод подождет. Потом все объясню. Но никакого речного вокзала здесь нет. Есть небольшой причал для лодок. Тут местные рыбаки швартуют свои лодки. И иногда московские пароходики швартуются. Но по выходным, а сегодня среда. Отлично. Причал тоже подойдет. И как туда проехать? Прямо. И потом заворачивай. Понял. Давай к причалу. Вы не переживайте, Олег Иванович. Скорее всего, никакой ампулы в кейсе не было. Так что сейчас отец приедет и привезет препарат. Напрасно вы так думаете, Арсений Михайлович. Или как вас там, господин Штейн Роман Николаевич? Кстати, зачем такая конспирация? Вы что, сами решили выкрасть образец препарата? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете, да? Да все вы прекрасно понимаете. У вас показания не сходятся. Вы говорили, что вас били, а у вас нет синяков и кровоподтеков. Вы сказали, что вас никуда не перевозили, а мы точно знаем, что вы разговаривали со своим отцом из телефона автомата. И, кстати, где ваши новые документы? Наверное, уже у вас в кармане? Звоните своим людям. Они едут к пристани. Понял. Стоять! Саня, берегите! Арсений... Алло, полиция? Дежурный служил. Здравствуйте. Здравствуйте. По моей информации, на северном причале двое мужчин с кейсом в руках намерены заложить бомбу. Какую бомбу? Кто говорит? Они вооружены. Кто говорит? Сотрудник ФЭС. Я понял, выезжаем. Все.
Третий вас понял, идем на задержание. Граждане, предъявили документы. Куда ты? Иди сюда! Стоять! Я тебе сказал! Здорово, держи! Стоять! Стоять! Я стоять!